Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами знаменитых художников. Антуан Кальбе родился в 1860-м, сын землевладельца. Был французским живописцем, акварелистом, рисовальщиком, гравером и иллюстратором. Я пользуюсь переводной Википедией. Обучался в школе изящных искусств в Монпелье у Эдуарда Антуана Марсала. Изучал рисунок и иллюстрацию. Затем был принят в школу изящных искусств в Париже, в мастерскую Александра Кабанеля, знаменитый художник. В 1880 году провел выставку и стал членом общества французских художников. Кальбе был членом жюри приема изобразительных искусств с 1913 по 1930 годы. Дружил, кстати, со своим соотечественником, президентом республики Арманом Фольером. Иллюстрировал произведения Жана Лорена, Анри де Ренье, Пьер Луиса, а также работал в периодических изданиях. Принимал участие во многих выставках и галереях. Работы Антуана Кальбе неоднократно выставлялись на аукционе по различным ценам – от 56 до 12 тысяч долларов США. Рекордная сумма продаж этого художника составляет 12431 доллар США. Вот все, что мне удалось найти в переводной Википедии. Такая кратенькая справка о Антуане Кальбе, французском живописце, акварелисте, рисовальщике, гравере и иллюстраторе. Смотрим работы. Пока-пока, до свидания.